Рождественский международный турнир по гандболу среди женских команд для города над Бугом – дело не новое. Девушки в возрасте от 17 до 30 лет, участницы 4 команд из разных стран, собрались в одном месте для того, чтобы провести дружеские соревнования, посмотреть и правильно оценить свои силы и силы соперника. Мы проводим второй раз этот турнир, хотим сделать его традиционным. В этом году к нам приехали команды из Украины, из Польши, из Литвы. Всем очень у нас нравится. Турнир проводим в течение 3 дней. Все команды едут на экскурсию в Брестскую крепость, поэтому им стараемся, чтобы всем было интересно, весело на этом турнире. Мы на таких турнирах тренируемся, нарабатываем практику. Это лучше, как на тренировках, только ты здесь чувствуешь борьбу намного лучше, чем на тренировках тех же. Нам здесь... опыт нарабатываем здесь. Турнир проходил на протяжении 3 дней по системе «каждый с каждым». Благодаря этому у всех игроков, а их насчитывалось около 60, была возможность проверить свои силы и показать результат. Кроме того, активнее поработать над ошибками и наладить командную игру. Мы готовились заранее, нас пригласили заранее, мы собрались немножко раньше и с удовольствием приехали. Для нас это, я вам скажу, вот такой турнир – это... лучше, чем месяц-два тренировок. Вот они приехали, они, во-первых, это международный опыт, потому что мы, кроме чемпионата Украины, не играем нигде, и для них это очень важно. Для девчонки у нас все молодые, для них это опыт. Хватит на всю жизнь. Победителями рождественского международного турнира стала команда «Реал» из украинского Николаева. А хозяева турнира уверенно заняли почетное 2-е место. Главная цель такого соревнования – наладить дружеские отношения с командами из других стран и повысить уровень спортивной подготовки. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».